В работе банка в настоящее время существуют две схемы работы с заемщиками. Это дифференцированные платежи по кредиту и аннуитетные платежи. Выбор схемы зависит от цели кредитования, от знаний самого заемщика, поэтому в первую очередь необходимо посмотреть, куда берется кредит. Действительно, если кредит ипотечный и срок погашения длительный, то заемщику предлагается кредит с аннуитетной схемой платежа, когда в первую очередь гасятся проценты, затем идет погашение основной части долга. Преимущество этого кредита, такой схемы заключается в том, что заемщик ежемесячно выплачивает одинаковую сумму, то есть он может заранее планировать свои будущие платежи и, в принципе, знает, сколько ему еще платить и как. Но я считаю, что более выгодно считается дифференцированная схема платежа, потому что проценты погашаются на остаток основного долга. И, конечно, чем больше платежей основного долга произвел заемщик, тем меньше у него остается платить процентов. Это вот немножко запутанная схема, и не всегда заемщик понимает, как быстро и как правильно он может погасить. То есть он знает, что каждый месяц, но когда появляются незапланированные какие-то доходы, он желает их вернуть банку, то оказывается, что сумма долга у него практически не погашалась, а шли платежи на погашение процентов. Выбор схемы платежей, наверное, нужно решать на первоочередном этапе. То есть нужно вначале разобраться, что предстоит в будущем, прежде чем брать кредит. Потому что предугадать свою будущую финансовую ситуацию очень сложно. И, конечно, надо заранее самим или с помощью профессионалов разобраться, что в будущем ожидает заемщика. Нужно понимать, что у аннуитетного есть свой плюс. Но я считаю, что это один плюс, он удобнее. То есть удобнее всегда одни и те же суммы. И человек может получить сумму чуть большую, чем при дифференцированном. Потому что при дифференцированном платить нам чуть больше. Но мы сейчас выступаем и обращаться будем в антимонопольную службу с тем, чтобы человеку представляли право. То есть, чтобы он приходил в банк, ему представляли такую возможность. Вот сумма, которую ты запрашиваешь, условия, можешь взять по дифференцированной системе. Вот она не такая удобная, вот такой размер переплаты. Можешь при аннуитетной. Она удобнее, но ты смотри, что переплата идет существенная. И в большей степени для бюджетников это важно, поскольку это люди, у которых, как правило, зарплаты не вырастают раз, и вдруг они начинают досрочно гасить. Они пользуются на протяжении всего срока. И человек должен понимать, что да, есть вот удобная система, но она дороже. И она дороже не на 3 копейки, а исчисляется в сотнях тысячах, возможно, в миллионах. То есть здесь на сегодня по Челябинской области буквально несколько банков, которые представляют право выбора. Это Газпромбанк, Нордеабанк, Челиндбанк, по-моему, Челябинвестбанк. Остальные может быть еще остальные, да, остальные банки не представляют. И здесь еще такой нюанс необходимо понимать. Ориентир на рекламу. Да? Человек выбирает в основном по рекламе. Реклама идет, один банк говорит о том, что у нас ставка по ипотеке 12%, но у него аннуитетная система и права выбора нет. Другой банк говорит, у нас 13%. Но он дает право выбора, допустим, дифференцированный. Так вот, в реальности, если пользоваться, опять же, на протяжении всего срока, выгоднее, дешевле будет тот, где процентная ставка 13%, дифференцированный платеж. То есть человек, сложно понять, человеку просто, он ориентируется на одну цифру, а в реальности получается, да. И заманивает его так, получается. Можно сказать, да. И основная часть банков, все-таки именно аннуитетные платежи и право выбора не представляется. Человеку просто вот, платишь столько.